вершина. Ты там?
Добро пожаловать в монастырь Ньен де Кейбук, юный Эрик. Я ожидал вас. Боюсь, что ваше мытарство до этого момента сбивали с толку. Возможно, мне удастся многое прояснить. Год назад я обучался в монастырской библиотеке, после чего свет приоткрыл мне тайну о том, что древний манускрипт, который я читал, на самом деле был палимпсестом, свитком, который был сперва написан, затем счищен и написан заново. То, что он скрывал, было невероятным открытием местонахождения древней термы. Терма — это часть ключа мудрости, который был написан во времена древности и магически скрыт до того времени, как людям понадобится его знание. Только тогда Терма мог снова явиться свету. Я не смог перевести свиток полностью, поэтому принес его учителю Лама Кхемпа Джигме Лингпа на изучение. В то же время я рассказал своему хорошему другу Эдварду Беннету о том, что мне удалось найти, и о том, что Терма ожидает, чтобы его нашли где-то на вершине священной горы. Беннет не мог дождаться извещения о том, что свиток переведен. Наспех собравшись, он решил подняться на гору в одиночку, чтобы найти там Терму. Но произошел несчастный случай, который привел к тому,